Вот уже много лет все наше сообщество, а это несколько сотен тысяч человек по всему миру, инвестируют в наши денежные потоки. Денежный поток – это наши разновременные психологическо-математические инструменты, которые позволяют вот уже несколько лет активно развивать наше сообщество. И хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни, и жить вам станет намного проще и легче. Денежные потоки – это не какой-то маленький проект в интернете. Это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где все у всех хорошо. Именно поэтому наше сообщество существует уже 11 лет. И за эти 11 лет мы не просто так занимались какой-то ерундой, а полностью создавали свою финансовую инфраструктуру, в которую было вложено несколько десятков миллионов долларов, и создали шикарнейшие инструменты. И я со стопроцентной уверенностью могу сказать, друзья, что когда вы полностью разберетесь с денежными потоками, вы поймете, что такого проекта у вас еще не было и никогда не будет. Именно поэтому, друзья мои, я в сообществе нахожусь именно 6 лет. 6 лет я двигаюсь вместе с сообществом, развивая свои денежные потоки, развивая свою команду. И на данный момент от этого моя жизнь стала только лучше и веселее, как говорится. Но так, на данный момент, в трех словах, я вам рассказал о нашем сообществе. Сейчас я расскажу о часто задаваемых вопросах, а потом вы можете, включим микрофончик, и вы можете задать вопросы, где-то дополнить, если кто-то из участников, поделиться своими результатами. Вот, сразу же скажу на часто задаваемый вопрос, ответ, да, откуда берутся деньги. Откуда берутся деньги? Деньги берутся из нескольких источников. Один из основных источников, деньги в систему, которая дает, это же, конечно, потенциальный рост цены нашей криптовалюты и currency. Дальше, деньги берутся из того, что наши потоки так устроены, что их надо постоянно обязательно пополнять. И каждый раз они дают вам от этого все больше, больше и больше, да? Именно поэтому дождь выпадает, это все стекает в реки, реки в моря, опять испарение, опять дождь, и вот так циклоны, и вот так вот циркулирует вода в природе. По такому же принципу циркулируют у нас деньги в нашей системе. Вот, откуда у нас деньги? Деньги в системе есть, и их очень много, и вот уже много лет мы ими великолепно пользуемся. У нас касса взаимопомощи нового поколения, и цель, задача кассы взаимопомощи – оказать взаимопомощь, не срубить бабло или что-то там сделать иксы, да? Нет, задача – оказать взаимопомощь. Именно поэтому деньги от того, что доходности в нашем фонде нет. Вся доходность распределяется среди всех, вернее, участников нашего сообщества. И у нас нет пирамидальной структуры, мы ее полностью разрушили. У нас нет ни верхов, ни низов, у нас нет ни первых, ни последних. У нас одноранговая сеть, и именно поэтому не в зависимости от того, приглашаете вы или не приглашаете, не в зависимости от того, какое как бы у вас поведение в сообществе, у нас у всех в кабинетах одни и те же алгоритмы, и они никак не меняются в зависимости от того, строите вы команду или нет. Именно поэтому вы имеете возможность на равных со всеми вот, запускать свои денежные потоки, их развивать, и приумножать, ими пользоваться и постоянно создавая себе нескончаемый денежный поток, таким образом избавляясь от зависимости, нужды постоянно зарабатывать деньги. Наши потоки дают нам деньги каждый день. Вывод средств у нас абсолютно каждый день. Именно поэтому проект у нас не коммерческий. У нас социально-образовательно-финансовый проект. У нас нет ни хозяина, ни учредителя, ни владельца. У нас есть просто идейный, можно сказать, основатель, вдохновитель, который немножко корректирует развитие нашего сообщества. Но по большей части оно уже развивается абсолютно самостоятельно. Именно поэтому за 11 лет создан уже костяк единомышленников по всему миру, а это несколько сотен тысяч людей, которые объединили свои усилия для объединение активов, и через нашу справедливую
систему перераспределения денежных средств с помощью наших уникальных алгоритмов, с помощью нашей шикарной криптовалюты и многих инструментов создавать себе денежный поток нескончаемым ручейком, как говорится. Да? Именно поэтому каждый день мы открываем наш кабинет, нажимаем на кнопочку и начисляем себе деньги. И поэтому деньги у нас есть абсолютно всегда, но тем не менее мы не пришли сюда срубить бабло, но деньги у нас есть. Вот, вот диссонанс, да, друзья мои. Диссонанс. Многие привыкли к коммерческим проектам. Давай, давай, быстрее, быстрее. Мы никуда не торопимся. Мы здесь на всю жизнь, мы здесь надолго. Вот именно поэтому мы уверенно, спокойно создаем свои денежные потоки, так же, как и я. Я постоянно реинвестирую, я постоянно вкладываю в свои денежные потоки, и они, скажем, разом дают мне все больше, больше и больше, тем самым давая возможность увеличивать и повышать качество своей жизни с каждым днем все больше и больше.